На краснодарских дорогах стало безопаснее. Городские единороссы подвели итоги работы по профилактике дорожных аварий в прошлом году и пришли к такому выводу. Об этом говорили на заседании Политсовета партии. В краевом рейтинге водительской смертности Краснодар в 2016 году спустился с первого на третье место. В этом партийцы склонны видеть свои заслуги. Например, несколько лет назад они придумали и воплотили в жизнь проект «Безопасные дороги». Направлено на правильную перевозку детей в автотранспорте. Значит, акция проводилась не только в нашем городе, но и по всему краю. Было сделано 50 баннеров социальной рекламы, которые были размещены на трассах и в городах нашего края, а также в нашем городе. Также были сделаны тематические наклейки, которые раздавались водителям с предупреждением «Непровоцированный удар в машине ребенок». Говорили и об экологии, о том, как ее поддерживать и улучшать. В рамках партийной акции «Эко-Краснодар» добровольцы активно участвуют в субботниках. Они часто проходят в прибрежной зоне реки Кубани и у городских водоемов. Работа будет продолжена и в текущем году. Еще несколько проектов единороссов помогают найти себя талантливым уличным художником. Благодаря акциям «Чистый город» и «Арт-Краснодар» на фасадах домов появляются яркие граффити. В этом году их станет еще больше.